А вчера ветеран боевых действий 10 лет не может добиться положенной ему по закону квартиры. Владимиру Матвееву администрация поселка жилье выделяла, но буквально через пару дней ключи забрали обратно. За помощью афганец обратился в нашу программу. В проблеме разбирались наши корреспонденты. Владимир Матвеев выполнял интернациональный долг в конце 80-х годов в Афганистане. Вспоминать о тяжелых временах солдат не хочет и подвигами не хвастается. Они, очевидно, были. Снайпер награжден медалью за отвагу. Он даже горел в машине в БТРе. Он потом лежал в госпитале. В госпитале лежал, сильно был ранен. У него до сих пор вон шрамы какие. Через несколько лет после окончания военных действий по указу президента сослуживцы Владимира Матвеева получили квартиры от государства. А житель Шира под старость лет вместе с женой вынужден ютиться в летней кухне, собранной на скорую руку из подручных материалов. Заявление на предоставление жилья афганец написал еще 10 лет назад. Сельсовет поставил его первым в список нуждающихся в квартире и предложил комнату в аварийном бараке, жить в котором было бы опасно для жизни. Там ни двора, ничего нету, окон там нету. Половина окна как бы застекленные, еще старые дома эти, этот окна деревянные. Половина стекол нету, сделаны просто салафан. Позже Ширинская администрация выделила ветерану военных действий еще одно жилье. Но оно оказалось ничем не лучше предыдущего. Света нет там, отрезали. Печки нету, развалины. Стены рушатся, потолок рушится. Ну, вот 2 дня я походил с этими ключами, и они сами отобрали. Даже не я относил, а сами забрали. Ширинские власти выселили афганца из развалившейся квартиры, потому что она не соответствовала положенной по закону квадратуре. В сельской администрации сейчас открещиваются от ветерана боевых действий и настаивают, никакие квартиры Владимиру не выделяли. Но общаться на камеру чиновники не хотят. За то, что солдат пытался добиться справедливости, его поставили в общую очередь на жилье. Теперь надежды на новую квартиру растаяли окончательно. Ольга Стельмах, Виктор Буров, Дмитрий Симонов, Вести, Хакасия.